Уважаемые дамы и господа, всем привет, это Герман Пермяков. Сейчас предлагаю вам посмотреть комплекс в городской недвижимости в городе Варна, в престижном районе Варны, Бриз. Комплекс этот представлен именно в городе, не за городом, не в прибрежной зоне. Вот. Ну, хотя он находится буквально в нескольких сотен метрах от пляжа. Но и этот комплекс является именно городской недвижимостью. Итак, представляем вам Бриз Резиденс, комплекс Бриз Резиденс в городе Варна, в районе Бриз. Все детали смотрите в нашем фильме. Итак, приятного просмотра. Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас снова на нашем телеканале Redline TV. Сегодня мы вам хотим предложить городскую недвижимость, комплекс в городе, находящийся непосредственно в городе Варна, Болгарии. Комплекс называется Бриз Резиденс. Во-первых, преимущество то, что это именно городская недвижимость находится в черте города. Находится он в одноименном районе Бриз. Это один из самых престижных в городе районов. А также находится в районе с малоэтажным строительством и с большим озелененным пространством. Необходимо упомянуть, что комплекс подходит для комфортного постоянного проживания, а также в комплексе невероятная морская панорама с первых этажей комплекса. Площадь квартир варьируется от 58 до 179 квадратных метров, и цены, в принципе, от 50 тысяч до 152 тысяч евро. Следите за акциями, могут быть кое-какие скидки или же акционные цены. Прежде чем перейти к самому комплексу, нужно немного упомянуть о самой Варне. Так, Варна – это третий по величине город Болгарии и столица Черного моря, то есть черноморская столица. Город расположен амфитеатром в северной части и следует изгибам Варнинского залива. Варна окружена многочисленными садами, виноградниками и лиственными лесами. Город известен Приморским парком, расположенным вдоль побережья моря, историческими останками, римскими и термальными банями, второй по величине церкви, кафедральным Успенским собором, фестивалями, музеями и многочисленными магазинами и бутиками. Пляж Варны покрыт белым мягким песком, одно море имеет небольшой наклон. Бережья и пляжи Варны, скорее всего, подходят для расслабляющего отдыха, для загара на солнце, чем для экстремальных видов спорта, хотя виндсерфинг практикуется особенно в южной части курорта. На пляже можно поиграть в волейбол, а для детей есть водные горки. Что же касается достопримечательностей, то в Варне есть несколько музеев. Это городской археологический музей, один из самых богатых в Болгарии. Он хранит коллекцию из каменной эры, со времен фракийцев и средневековья. В центре города хорошо сохранены римские термы со 2 века. А римская баня 3 века – самая большая в Болгарии. На центральной площади города возвышается впечатляющий второй по величине Болгарии кафедральный Успенский собор.
Варна предлагает множество разнообразных магазинов. Большая торговая улица «Князь Борис», восточная крайняя часть улицы «Сливница», переполнена бутиками известных торговых марок. Сувениры, а также фрукты и цветы можно приобрести рядом с оперой, а также на улицах Руссе и Ковала. Изделия ручной работы продаются в магазине на улице Руссе 19, а на улице Панагюриште 2 можно купить диски с национальной музыкой. Жилой комплекс Бриз Резиденс расположен в районе Бриз, самом престижном районе города Варна. Район застроен только малоэтажными зданиями, а между домами оформлены большие озелененные пространства, засаженные низкой и высокой растительностью. Море находится приблизительно в 400 метрах от жилого комплекса, и из-за высоты местности морская панорама раскрывается с первых этажей. В шестиэтажном здании имеются 66 апартаментов с одной и двумя спальнями и студией площадью от 47 квадратов до 195 квадратных метров. Надземные и подземные гаражи и места для парковки. На каждом этаже имеется максимум 13 квартир, что гарантирует тишину и спокойствие на каждой лестничной площадке. Дом будет построен в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами. Внешние и внутренние стены будут возведены из кирпича. Также застройщик обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию квартир. В строительстве будут использованы следующие материалы: красный кирпич, высококачественная внешняя теплоизоляция, гипсовая шпаклевка на внутренних стенах и балконные перила из кованого железа. Апартаменты класса люкс будут комфортабельно обставлены. Степень завершения под ключ предоставлена следующим образом. Один кондиционер, стены в виде шпаклевки латексной краски, ламинат на полах, двери МДФ, окна ПВХ, оборудованная ванная комната, полы покрыты кафелем, раковина, санузел и водонагреватель. Комплекс спроектирован с целью максимального удобства проживающих. Озелененная внутренняя территория, открытый паркинг для собственников на 30 машин, 19 гаражей, ограниченный доступ на территорию, круглогодичная и круглосуточная охрана, уборка и поддержка общих частей здания. Ну и немного о местоположении. Итак, как уже сообщалось выше, что комплекс находится на территории города Варна, расположен в 200 метрах от торгового центра Пикадилли Парк. Вот если посмотреть на карте, то это буквально вот здесь, на той стороне дороги. Здесь же можно купить все необходимое для дома и в то же время насладиться спа-процедурами в одном из самых лучших в городе спа-центре, а также посетить фитнес-клубы и множество ресторанов и кафе. В шаговой доступности находится морской сад. Это зеленый парк, великолепное место для прогулок и спокойного отдыха. То есть вы видите зеленая зона в данном случае. Комплекс расположен в 12,5 километрах от международного аэропорта, в 400 метрах от городского пляжа. 400 метров, миг пройти на пляж. 200 метров, как я говорил, до крупнейшего торгового центра в городе. 2,5 километра до автовокзала. 5 километров до морского вокзала. 5 километров до курорта Святой Константин и Елена и его минеральных источников. Буквально несколько минут на автобусе или на машине. 12 километров до курорта Золотые Пески. Ну и, естественно, до центра города от данного комплекса расстояние составляет всего лишь 1 километр. Итак, если вас заинтересовало данное предложение, ждем ваших звонков или писем на почту и на телефон, указанное внизу в бегущей строке.
Также мы вам расскажем о формах и схемах оплаты и дадим любые интересующие вас подробности. Также милости просим посетить наш сайт нашего телеканала, видеоканала redline.xyz, где вы можете для себя выбрать какие-то альтернативы. Так, добро пожаловать!